Так, 19 апреля 2020 год, Харьков. И на горизонте, по идее, должна быть видна в этом чаду пасхальном, с Пасхой всех православных, вообще верующих. Это труба Салтовской ТЭС должна быть. Но я ее еле различаю за этой гарью. Вонючей, страшно вонючей гарью, какого-то горящего пластика, мусора. Явно не леса тут горят. Все, ничего дальше, чем героев труда, уже не видно. То есть километра на два видать, дальше все, кранты. Вон, вот это журавли, как раз километра 2,5 до них. На героев труда, на метро. Что же это такое? Где же это, что так знатно горит? И воняет. Надо будет приторочить к концу этого видео. Видео, снятое ранее, чтобы было понятно, какой здесь открывается обзорчик, до каких горизонтов. А сейчас... Что туда варить? Ладушки. 19 апреля.